Молодец, как зовут? Денис. Молодец, Денис. Одна одинаковая форма. Родители делают и рисунок, а у них маленький рисунок. Ложки цветочек взяли. Здравствуйте. 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 Здесь у нас мы спим? Как дела? Как зовут? Максим. А вас, леди, как зовут? Даша. Даша, какие у вас красивые имена. А теперь надо вот так вот по краешку обязательно эту... Дорогие наши сладкие детки, дорогие наши родители, педагоги, учителя, наши гости, мы от всей души пришли поздравить вас с этим замечательным событием. Мы по федеральным программам демографии и жилища в этом году сдаем 11 детских новых садов. Я приехал не один, со мной Марина Александровна. Марина Александровна, можно вас? Многодетная мама, которая является руководителем Роспотребнадзора по Республике Татарстан. И она по поручению правительства и нашего президента вместе с нами приехала вас поздравить. Марина Александровна. Как мама, да, наверное, главное для родителей я хочу пожелать, чтобы ваши детки легко адаптировались к детскому саду и были здоровы, и радовались своими успехами, и образовательные программы, которые им дают в детском саду, впитывали как губка. Ну а дорогим воспитателям пожелать хороших, послушных детей, покладистых родителей обязательно, и, конечно же, создавать условия в детском саду безопасные для того, чтобы детки не только сохранили свое здоровье, но и укрепили свое здоровье. Всем крепкого здоровья, счастья, успехов! Привезли вот такой красивый торт. Спасибо. Наш букет. Еще не вставать.